Здравствуйте. И вновь сегодня Мичурина 30, квартира 18. Меня зовут Виктор Павлович Коваль. Сегодня 15 февраля. День влюбленных прошел. На улице зима, весна, непонятно что. Ну и у нас также в доме тоже непонятно, кто чем занимается, кто что делает. Я лично устал уже от всего этого кошмара. Вот. Сочи показывает новейшие разработки, какие-то жилищные проекты, еще какие-то. Ну, а мы... У нас своя разработка. Положить вовремя тряпку на подоконник или еще куда-то, чтобы водичка вот стекала. Итак, повторяю, сегодня 15 февраля. Вот. Уже сколько? Полтора месяца. С 30 декабря все продолжается, как говорится, авось и ныне там. И комиссии, и жилищные, и коммунальные конторы сюда приходили, составляли акты. Вот, это комната моего внука. Вот. Чем он должен тут дышать, не знаю. Вот он, товарищ мой, смотрит мультики. Сегодня мы решили отдохнуть от детского сада. Вот что творится в его комнате. Я смотрел новости по Нике. Там выступал юрист Личман. Ну, в общем, конечно, его разговор о судах, о том, чтобы бороться с этими жилищными управляющими компаниями. Я так понимаю, что простому человеку слишком сложно. Это опять же надо заплатить этой независимой комиссии. Вот, еще ее надо найти. А что, при чем тут независимая комиссия? Вот, все, как говорится, все факты налицо. Все, пожалуйста. Вот, все, вот. Уже тут. Мало того, что она уже мокрая, она скоро вот отлетит, вон, вода из-под нее течет, вот она, вот. Нет, у нас на Руси почему-то наш народ не ценят ни живым, ни другим. Вот, если в Америке жена выиграла суд, муж, который умер у нее от табака, и она выиграла суд у табачной компании на 14 миллионов долларов, вот, то здесь, я не знаю, кто что-то может оплатить. Если я на весь этот ремонт затратил огромную сумму денег, вот, и прожил с этим ремонтом буквально, ну, с ноября месяца до 30 декабря. Вот и все. Более, значит, где-то порядка около 200 тысяч у меня со всем этим все вышло. А кто мне это все возместит, я не знаю. Все. Наша жилищная коммунальная контора номер 14 только обещает крышу чистить. Больше ничего.
никаких услуг, затрат и прочее. Желаю всем всего самого светлого, самого доброго. Вот. Пусть зима продолжается, свое время кончается, наступает весна. Всего вам доброго.